Я Вадим Сена, и игра Motorsport Manager. Наша команда Predator Racing Group. В ее состав входят два пилота: Инес Сантана и Кейти Линарис. На замену Кейти Линарис мы на данное время ищем пилота и пытаемся улучшить машину. Также жду ваших комментариев, лайков, ваших идей, подсказок. И подписывайтесь. Что ж, продолжаем. Заработали мы 1 202 000 за прошлую гонку. В итоге Сантана у нас чуть-чуть опустилась с 4 места на 6, Линарес на 14. По командный зачет пока мы 4 место занимаем. Что ж, посмотрим на почту. Антона выиграть непростую битву в квалификации. Состояние болида. 12 часов ремонта. Газета De Motori. Интервью. Инес Сантана заявила, что тормоза тянет команду вниз. С техническим комментатором, похоже, с ним согласна. Надо так помалкивать. Что ты скажешь? Тормоза просто кошмар. Надо улучшать. Ту-дю-дю. Ту-дю-дю-дю. Неправильный ответ. Вырывает победу с боем Тандела. После напряженной гонки пилот команды Кьюги Мотоспорт Сергей Антонов берет главный приз в Тандела в Португалии. Готов отчет о поиске талантов. Сара Томас вряд ли окажется в числе лучших пилотов чемпионата Европы гоночной лиги. Она может добиться многого, если дать ей шанс. Она наверняка войдет в число лучших пилотов чемпионата. У пилота Сонора лучше всего получаются повороты, но она редко бывает в хорошей форме. Санторе. Не, она хуже. Санторе, это точно хуже. Джен Геральт. Сара Томас. Тоже чуть-чуть хуже, чем Сантана. Сара Томас. Физическая форма сравнить с Сантаной. Прохождение поворотов 14, 7, 13, 7, 9, 10, 12. Физическая форма, особенно информация. Блин, влияет черты характера. Он от меня не уйдет. Торможение, прохождение поворотов, В общем, все в ноль. Не любит вести преследовательница. Подождите, поиск талантов. Все, Шарп. Не хочет. Блин, я уже забыл, кого ты хотел нанять, кого не нанял. Он не хочет. Плохо дело. Это нас не устраивает. Давайте. Пилоты все. Давайте ты до 200.
Эми Макколд. Изучить пилота. 20-20-19. Чемпионат по гран-туризму, гоночная лига. Никчу, никчу, никчу. Да, давай, никчу. Блин, это трындец. 24 дня. Болит. 5 дней. Новых деталей. Хорошо. У нас 3 миллиона. Болит закончен ремонт. Пилот ждет будущего в музыкальной индустрии. Перспективный пилот команды Predator Racing Group Кати Линарис уже не раз была замечена в компании своих друзей из музыкальной индустрии, но сейчас, похоже, музыка все больше и больше завладевает мечтами 22-летней. Я люблю перспектив. 20 недель, рыночная ценность. Ремонт болид закончен. Новые детали. Новая деталь. О, для следующей гонки мне нужна новая деталь. Тормоза. Можете позаботиться о том, чтобы она сначала досталась мне. Для Сантана. Получит ее уже после меня. Вся команда поймет, что вы на меня рассчитываете. Ни за что. Добавляется черта характера. Дано обещано новая деталь. Деталь. Да не вопрос. Переднее крыло. Так, установить детали. Тормоза. Там про тормоза, а тут про это, что не совсем понимаю. Может, что-то я не понимаю? Детали. Надежный использованный робот получен надежно завершенный. Так, погоди, там что тут переднее крыло? Подвеска. Подвеска — это риск, надежность. И так, средние углы 40, надежность плюс 30, красная зона 35, надежность красная. Надежность, скоростные, среднескоростные, среднескоростные углы, надежность, красная зона плюс 35. Хо. Это, конечно, хорошо. Надежность, да. 30, нескоростные углы минус 10. Надежность 50.
Скоростный 20, надежность 30. Да вот эту давай. Все-таки хорошо. Установка новых деталей. Установить деталь. Ничего так себе. Ты понял? Не, ты понял. Он еще и сопротивляется. Эффективность. Низкоскоростные углы. Эти вот. Мюнхен прошел World Motorsport Championships. Хорошо. Дальше. Ричано Брас Марьяном. Может оказаться в числе лучших пилотов чемпионата европейских гоночной лиги. Кроме этого, она еще не достигла пика своих возможностей. Сильная сторона пилота, обратная связь. Но она не умеет ездить плавно. Сантана. Опасный дуэлянт и владеет школой картинга. Обгон плюс один. Остался 12 недель. Ага. Ну, в общем-то, можно поиграть с пилотом. Сейчас посмотрим. 1 557 000. Давай других посмотрим. Что там с остальными? 4 дня и 2 дня. Угу. 10 дней дары. Арден. Подвеска. Подвеска, это особо детали, нельзя лучше. Двигатель. Максимальная скорость и надежность. Скоростные углы. Максимальная скорость. Скорость. Плюс 40 минус 2 дня. Время. Максимальная скорость. Максимальная скорость. Скорость максимальная, максимальная скорость. Эффективность. Индикатор эффективности детали разделен на две части. Текущая производительность и максимальная производительность.
Максимальной производительности можно достичь только путем улучшения детали в окне болид. Надежность. Индикатор надежности детали разделяют на две части: текущая надежность и красная зона. Если состояние детали во время гонки переходит в красную зону, ее состояние резко ухудшается, повышается риск поломки. Эффективность. Текущая производительность и максимальная производительность. Максимальная производительность можно достичь только путем улучшения деталей. Это 4 плюс 5, это 2 плюс 7 от конструктора. Максимальная скорость. И тут максимальная скорость 40. Посад, компонент. Хорошо. Согласен. Установим деталь. Подожди. Готов отчет о поиске таланта. Ник Чам. Не является одним из лучших пилотов чемпионата Европейской гоночной лиги. Он может добиться многого, и если дать ему шанс, он наверняка войдет в число лучших пилотов чемпионата. Ник отлично умеет стрелять, но он редко бывает в хорошей форме. Бар рассматривает вопросы о выплатах командам. На следующей неделе босс чемпионата гоночной лиги рассмотрит вопросы определения призовых средств. В соответствии с выдвинутым предложением, размер выплат нужно изменить в пользу маленьких команд. Готов отчет о поиске талантов. Эми Маккулт может оказаться в числе призеров чемпионата гоночной лиги. Ее лучшие годы еще впереди, и это очень хорошо. Она всегда в отличной форме, но она плохо адаптируется. Хорошо. Ничего. Как себе. Концентрация плюс 2. Глупый. Уже не говорю, что этим диском жонглировать нельзя. Приспособляемость, обмен информацией, боль. Здесь вон 5. И поиск талантов Эми Маккалд. Приспособляемость 5.
красиво, рыночные ценности. Почему меня никогда не просят сняться в рекламе? Прохождение. Блин. Восемь, десять, семнадцать, четырнадцать. Форма, обмен информации, трация. Блин. Голд. Не очень, да. Практически идентично. Давай тогда с этим. Что ж, нужно с автоспорной на голосование на этот раз тем голосованием следующее. Очень высокие премии, чтобы начать голосовать, нажми на кнопку внизу. Политика. Это правило принесет пользу командам Predator Racing Group. Да. Я за. Разница между первой и последней командой составляет огромную сумму. Сильнейшая команда получит намного больше суммы, чем маленькие команды. Премия. Разница в призовых между первой и последней командой составляет огромную сумму. Сильнейшая команда получает намного больше суммы, чем маленькие команды. Это правило принесет пользу командам на первых местах. Это правило не принесет пользу командам на дне таблицы. Блять. Предлагаем изменить правила. Очень высокие премии. Разница в призовых между первой и последней. Это огромная сумма. Слишком получит намного больше суммы, чем маленькие команды.
буду голосовать против, потому что нам нужно больше денег. Маленьким командам нужно больше денег, чем крупным командам. Против, отвергнуто. Даже если бы я голосовал, то все равно проиграли бы. Не, было 5-5. Автоспомнительное голосование. Окончено. Результат голосования очень высокий. Премия отрицательная. Сезон 19 этого не будет. Теперь заседание берем перерыв. Что ж, до гонки остался один день. Ход массивилы. Предмет ненависти своих же механиков. Тренировка, ливень, безоблачная гонка, дождь. Угу. Значит, в тренировку нам надо гонку. Это все равно там в квалификации мы ничего не добьемся. У нас последние места, так что даже нету смысла работать на квалификацию. Подсказка. Трехмерные эффекты во время гонок. Например, зрители дорожного движения. Можно отключить меню параметры. Да, это у кого слабый компьютер. Тем прошу отключить это. И тогда у вас будет нормально работать. А если у вас сильные компьютеры, то не отключайте. Будет у вас все замечательно. Гран-при Арденны, пятница. Ну, она так 50-50, я бы сказал. Итого, давайте, 16 и 25 по градусов. Передаточное число. Где-то среднее ставь между ускорением и это жесткая подвеска. Подвеска вот такая избыточная. И не, пока дождя не видно. Давай вот на этих, потому что там по идее дождь должен быть. Это так, тут и оставляй. Крылья, я имею в виду. Передаточные числа. Передаточные числа как-то вот так вот. Больше. И жесткость подвески. Вот так вот. И это тоже. Так, выехали на тренировку. Давай, Сантана, покажи, что ты способна. Когда он подходит, босс может хорошо. Что странное, предыдущее, что же он будет немного подлиннее. Хорошо, сделаем. Изменим вам коробку передач. Не переживайте, не переживайте.
две секунды здесь. Крыла неплохо. А вот все остальное, ой, плохо. Поворачиваемость, да. Тут нормально. Длинными просели, да. Восемьдесят восемь, давай. Что Линарис нам расскажет? Прижимная сила. Длинные просили. Вот так вот. Подвеска жесткая, но не вот так вот, что ли. Линарис шестой, Сантана восьмой. Но это так и останется, потому что сейчас дождь начнется, и мы как бы... Так, Линарис у нас шестая, Сантана восьмая. И это уже финиш, да. Все. Надо работать еще над настройками. Это чуть лучше. Гран-при Бельгии, ну, неплохим остановил 2 секунды уже. Это что-то с чем-то. Ардены, квалификация.
Отлично, отлично. Давай попробуем 26, 16 и 26. Придаточное число. Хорошо. Может, еще чуть-чуть поворачиваем вместе. Еще тебе 26 тогда. Отлично. То значит чуть-чуть. Нет, сюда. Ага. То значит отлично. Значит тогда ту. Это нет. Квалификацию отправить. Давай, Сантана, покажи свои умения. В первом секторе 1.1, 1.157, 2.700, 2.500. Блин, наверное, даже лучше едет ничего так себе. 2.300. Ну, неплохо, уже не 4 секунды. Блин, ну и все равно последний. Ну а какие тут выводы еще можно было сделать? Только последний. Но это пока что. Сейчас вот эти все остальные будут все 4. А, да, уже последнее, но на удивление с Антоном последним. Осталось 2 минуты. Фу. Не успеем. Отлично, 96. Тут, значит, коробку передач не трогаем, жесткость. Жесткость. Значит, еще чуть-чуть. Так вот. И отлично, и отлично. Давай рискнем. О,
скорости. Четверть, значит еще на четверть. Давай. Элинерс. Тоже превосходно. Давай тоже 17. И поставим. Ну, думаю, чуть-чуть того, да. Одновременно выезжают. Ну, пока не в четырех, уже лучше. 3-1. Она раздогоняет, смотри. Блин. Не успели. Последние места, как я говорил, но уже лучше, уже не 4 секунды. Это здорово. Еще чуть-чуть, и ничего, мой бум-бум. С ним их атаковать. Хорошо. Это уже хорошо. РТ на воскресенье. Дождь. Дождь, 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 дождь. Слабый дождь, значит интермедиум. Хорошо. Значит вернем. 26. Поворачиваемость. Хорошо. Бум-бум. Добрячко. Так, интермедиа. Шесть кругов. Давай 16, тут одинаково. Штак, штак. Угу. Просто чуть меньше. Сопротивление лучше будет, управляемость, да. Хорошо. Ну что ж. Начинаем гонку с последнего, да. Последнего места. Сантана. Линерес. Ну давай, Линерес, покажи. И Линерес, увы. Старт проиграла. Давай, Сантана, атакуй их. Атакуй, проходи. Немедленно. Блин, обходи ты их, чё ты...
Сантана, проснись. О, блин. Я вообще в шоке. Давай, Сантана, гони. О, вот так вот, молодец. Давай, продолжай. Сантаном, блин, атакую 15-го. Отлично. Молодец, Сантана, продолжай. Вот умничка. Давай, 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 давай. Вот, отлично. Давай, остальное тоже. Сантана, уходи, вот, вот так вот, ужас. Линарис на 14-м. Да, но там опять потом Бенни. В шестом круге опять дождь начнется.
Титан 1.51. Система 1.2. Давай вот так на четвертом, молодец. 1.46, ну ты секунду быстрее. Сейчас дождь начнется. У меня будет преимущество. Давай, вот, молодец. На третью позицию. Давай, второго съешь. Вот так вот, молодец, вот. Теперь Сантану будет обгонять. Ну, не так уж сильно, но... Да. Семнадцатый Венерас.
блин, 11. Сейчас и 12 будешь твою дивизию, матушку. Блин, так все близко было. Ну там еще раз, два, три, четыре. Четыре еще пилота. Еще одна петля. Сантана, обходи. Блин. Это уже не получилось. Ну, план пока выполняем. 7 секунд позади у тебя преследователь. Сильный точно ищется в конце. Двенадцатый, тринадцатый. Тебе нужно сэкономить. Это очень близко. Нет. Девятым, плюс. Никто, блин, не сходит, так нечестно. Девятое место. Отлично. 12-й, но нет, 14-й не смог догнать. Да, ну выполнили, заработали 600 тысяч еще сверху. Тоже неплохо. Ну видишь, уже не сходит. Техническим причинам все доехали до финиша, тем более на такой трассе. По тактике ты выиграл. И да, и Сантана отслеживание позиции. Чин-ч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 ин
Стерео с покрышками. Покрышек. Лента комментариев. Турнирная таблица. Результат гонки. Да уж, ну, неплохо, но можно было, конечно, и лучше. Что ж мне вам сказать? Сантана на 9-й позиции, Кателин Рейнс на 15-й. Итого, опять Сантана упала на 64-й, на 7-ю позицию. И Линерес тоже упадает. Да, еще чуть-чуть, и она будет последней. И здесь мы пока что пятые. Подсказка. Создание болида следующего сезона вы заметите. Некоторые производители действуют на каких-то условиях. Например, предоставляют скидки друг другу. Создавая болид следующего сезона, вы заметите, некоторые производители действуют. Почему минус 20? А, это ей там что-то я не это? Тю, блин. Какая-то вон дын-дын-дын. Ты ладно. Да уж. Что ж, спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, что думаете об этом сезоне. Какого пилота мне лучше нанять вместо Кэти Линерис. Куда двигаться дальше, с чем, как улучшать все запчасти, усовершенствовать, улучшать. Что, куда и зачем, почему. Куча вопросов. Пишите, оставляйте свои лайки, идеи, комментарии и подписывайтесь. До скорой встречи. Всем пока. С вами был Вадим Сена.